Доброе утро. Тихо, еще машины не ездят. Время 6:15. Вон там луна бледная над сараем. И фонарь. Еще фонарь, как прям в стихах. Улица фонарь. Шесть пятнадцать. Маська поднял. Шарахался в темноте, ел, чавкал. Потом давай скрестись в дверь. И орать дурным голосом. Выпустила его. Ну, что-то и все. И вроде и проснулась. Какое-то нехолодное утро-то. Ну-ка. Пойди поглядеть. Ну, прохладное, но... Нет. Не жаркое. Ну, не знаю, как-то не холодно. Обычно бывает прям... А тут ничего, нормально. Ладно, посмотрим, что днем будет. Ой. Ну что? Надо сегодня промазывать цементом. Ну ладно, надо просыпаться окончательно. Включаем новый день, зайки мои. Ой. Пойду пить свой цикорий. Ой, пытаюсь привыкнуть к цикорию. Но хочется кофе, несмотря ни на что. Ну что, мои золотые, а я приступила к нефриту. Вот у меня. Сестра мне присылала нефрит. И остались у меня еще вот эти ящерки маленькие. Очень хочется мне сделать с этими ящерками. Но, девчонки, проблема в том, чтобы все это соединить. Вот здесь очень, видите, маленькие колечки. Большие смотрятся грубо, а маленькие... Так сложно одевать, соединять для меня. Как Иринка моя мурманская говорит, слеподырая. Я добавляю всегда, и качкорукая. Ну, в общем, вот в этом вся проблема. А так, сплошное удовольствие. Вот я сделала уже серьги. С такими колонками. Ну, я вам потом покажу на манекене. Ну что, пожелайте мне удачи. Ну, вот что начинает вырисовываться. Асимметрия, естественно, потому что сейчас это модно. Ну и будет вот тут галстучек еще. Вот, я не знаю, по ходу дела я посмотрю, что это будет, сатуар или просто длинное украшение такое, сантиметров 80, может быть. Посмотрю, как мне понравится. Но вот сейчас мне нравится.
Ладно, буду продолжать. Отлично. Время 9:40 утра. Вырубили свет. Ну как вот это? Ладно, пойду тогда цементом заниматься. Ой, господи. Ну что вот делают? На 3 минуты выключили. Вот видите, интернет. Нету интернета, пока он загрузится. Ведь летят от этого. Холодильники, телевизоры, техника летит. От вот таких выключений. Боже мой. Вот видите, у меня. Уже не боится. То убегала, я только выйду, она прям, не знаю, кошка, наверное. Вот. А теперь привыкла. Вот поделилась с ней своим омлетом. Так что Маська где-то мотается целыми днями, а тут другие товарищи, еще черный кот ходит. Ну что, чумазая? Ешь. Жалко их так. Ой, господи. У нас же когда-то был кот рыжий. Ну, давно, когда мы его привезли из Севастополя сюда. Это уж было-то 6 лет назад. И вот он был не кастрированный. Гулял тут, кошек приводил. Ну, а потом пропал. Да, наверное, под машину попал. Я вот смотрю и думаю, может быть, это его дочка или внучка. Ой, господи, горемыки. Смотрите, время 10 утра. А температурка-то какая? Ой-ой-ой. Вот стоишь, где ветра нет, прям припекает. И птички-то, прям запели. Ой, а у меня первый нарциссик расцвел. Ой, боже ты мой, сейчас пойдут. Я думаю, до моего отъезда-то, наверное, все расцветут. Может, нарвать с собой букетик забрать? Довезу я их, нет? Ну, вишня пока не готова. Я все уже хожу в финских тапках, но по шерстяным носкам. Но ветер, когда вот прям, вот он, как задует, холодный, несмотря на такую погоду. Красота какая, рябчики вон какие выросли уже большие. На следующее утро я развела цемент. И буду сейчас промазывать все это. Все. Промазывать, видимо, придется еще один раз, чтобы оно покрепче было. Такой, видите, цемент такой жидкий.
Вот, и промазать нужно все. И ручку эту. Так, со всех сторон обязательно. Потом дать еще высохнуть. Купила я две мисочки. Они абсолютно одинаковые, только разные по размеру. Одна в другую входит. Вот, и хочу сделать кашпо. В тени не видно ничего, на солнце я не вижу, что там снимается. Вот. Так что сейчас сделаем. Вот сейчас прям хотелось с вами поделиться одной мыслью. Сколько я пересмотрела блогеров успешных. Прям вот многомиллионных, да? И мне, знаете, даже как-то стало не обидно, что у меня мало просмотров. Потому что все эти блогеры известные, много зарабатывающие, все равно там в основном. Костя позвонил, сбил меня с мысли. Так вот, все равно нас, ну, в чем-то обманывают. Вот, ну, даже блогеры, которых я смотрю, за что-то уважаю, но что-то вот проскакивает. Дуриловка какая-то. Уж я не говорю там про Самвела, тут-то понятно, тут все ясно, тут просто зарабатывание денег без стыда, без совести. Ну, даже вот взять того же Варламова. Ой, смотрела тут видео, как они разговаривали. Есть канал такой. За люди. Ну, наверное, смотрели. Парень, который ездит по всяким страшным местам, по разным страшным странам. И вот они, когда между собой разговаривают, Варламов ему говорит: ну, ты умеешь. Ну, так вот, он правда, он так нагнетает обстановку, он так пугает уже людей, что уже заранее страшно за него. Ну и, в общем, и вспомнила я одно выражение, которое как вот нигде подходит к этому делу. Хичкок, известный такой, да, товарищ, сказал когда-то: секрет успеха прост. Нужно быть изобретательным, сообразительным и совершенно бессовестным. И получается так. Вот, девчонки, напишите мне, может быть, у вас есть блогеры, которых вы смотрите, которые прям вот, ну, успешные, прям успешные. И без всякого обмана. Напишите мне, пожалуйста, я с удовольствием посмотрю. Потому что я, сколько ни смотрю, все равно фальшь какая-то. Хоть в чем-то. Ладно? Мне самой прям правда интересно. Напишите. Ну, а я пока пошла с цементом ковыряться опять. Ну, попробуем. Не знаю, хватит.
все. Пусть теперь сохнет. Надо найти более ровное место. Ой, мои дорогие. Ну, сейчас освободилась от цемента, вернулась к украшению, к своему. Ну, думаю, руки сохнут, это самое. Помыла, думаю, надо кремом намазать. Мажу. Думаю, что так воняет? Представляете? Вот где голова? Боже ты мой! Стою теперь, от рук воняет. Ну, так ничего. Так ничего, рукам-то вроде. Девчонки, у вас такое бывает или это только у меня такое? Кошмар какой-то. Ну, когда это случилось? Почему такое стало происходить? Ой, вот она наступает, третья молодость-то. Деменции не за горами. Ой. Боже ж ты мой. Мало того, налила в чашку кипяток. Насыпала туда, господи, как он называется, цикорий. Залезла в холодильник, прям абсолютно вот нормально. Вытащила пакет, налила в цикорий. Потом смотрю, а что-то какое-то густое. А я туда кефир набабахала. Ну, это вот чего? Прям глаз да глаз за собой. Не за кем-то, за собой. Господи. Ой. Ой, какая красотища. Вы думаете, я с вами попрощаться вышла? Нетушки! Нетушки, я поеду сейчас в магазин. Сейчас Толик приедет. А у меня молоко кончилось. Хотела омлетику сделать. С кошкой поделилась. А потом не знаю, что поесть. Сунулась, молоко кончилось. Вот, потом надо картошечки купить. Ну и чего-нибудь к картошечке. Ну, в смысле, супчику сварить надо какого-то. Ой, не знаешь, что есть-то. Смотрите, ветрище какое сегодня. Ой. Чего толку, что на градуснике 15 было? Костя звонит мне по видео и говорит: ой, у вас солнышко какое. Я говорю: ага, только продувает насквозь. В теплой куртке хожу при 15 градусах. Вот, так что вот так вот. Нет, еще, конечно, никакого тепла. Что это? Это ж не Египет, правда. Хотя уже апрель. Ну да, тепло-то в мае будет, конечно. Ну где он опять? Одевайся, выходи. Оделась, вышла. Блин. Ой, как ходила дома в шлепках по шерстяным носкам, так и вышла. Ады, подумаешь, кто там на меня смотрит в магазине-то? Вот она сидит, от ветра прячется. А у меня Маська прибежал, вот это вот. Я теперь только вижу, как он бегает. Прибежал, поел и опять ускакал. Сейчас я из магазина приеду, покормлю тебя. У меня там сосиски лежат.
морозилки. Я же их давно не ем-то. Не знаю, что покупала их. Вот. Я ей тогда им по сосисочке. Ну, чего-нибудь там, молочка. Сейчас, мой хороший, сейчас приеду. Я быстренько. Самое главное в моем деле дождаться столика. А так я быстро. Крадется. Как раз прям резко, да, стемнело. Пока в магазине походила. Говорю, какие молодцы, такую площадочку прям детскую сделали. Ну да. Прям красота, ну, вот с туалетом. Вот. Ну я понимаю, да. Я не знаю, под каким он предлогом это будет. Ну, может, платное.